Нажму. Здравствуйте, мои дорогие и дешевые игроки. Я тут вот решил, думаю, дай-ка я набухаюсь, короче. Ну и пошел, купил 2 литра пива. Вы, конечно, скажете, ха, 2 литра пива, да я 5-литрушку просто выпиваю так, чтобы разогреться. Но я купил 2, половина, пол-литра выпил. И мне начало таращить, как жучку. И я вот думаю, а что я делаю не так? Спрашивается. Но дело не в этом. Пишет мне, значит, один некромант и говорит. Слышишь, Комс, тут такая хуйня. В общем, бронебой в пухе лучше... А, нет, он говорит, сними видео о бронебое. А я говорю, какой бронебой? Точнее, я его спрашиваю. Какой бронебой? А он мне и отвечает. Кстати, не будем указывать пальцем, но так случилось. Вот я тебе вам говорю, прошло 2 часа, я просто зашел в игру, и стоит как раз тот тип, который меня и спрашивал об этом. Вон он, видите, слева стоит негр. Ну, делаем вид, что... Да хватит уже звонить. Сделаем вид, что мы этого не видели. И я вам не говорил. Он мне и говорит. Короче, бронебой лучше. Я вот, а сними об этом видос. А я ему отвечаю, это видео будет вообще короткое, 5 секунд. Буквально 5 секунд и все, потому что урон лучше, чем бронебой. И тут он совершает, и тут он совершает ошибку роковую. Он мне говорит, а я говорю тебе, говорю я, твоими губищами, что бронебой... Лучше, чем урон. И какой-то там аргумент, короче, написал. Я так и не понял вот этот аргументище. Потому что с точки зрения некроманта там что-то писал, со скиллами связано. И пихает мне свою книгу домашнюю за ордена в приват. Надеюсь, эта книга... А, черт, убежал. Ну ладно. И же херувима, блядь. И сует. А там оранжевый след на бронебой. Я ему говорю, ну ты это... Это же не сила бронебоя. Это шанс бронебоя. Сила бронебоя в питомце, а шанс бронебоя, вот, в пухе. Шанс бронебоя, он снижает шанс блока. Вот. И вот он, я теперь буду записывать видео на эту тему. Он зря мне тут что-то доказывал. Сейчас и мы с вами, короче, разберемся, что это такое. Вообще, в бронебой пылится только в синем следе и в оранжевом следе. А, кстати, почему у китайцев нет никаких бронебоя? Они-то умнее нас, мудрее, они же дольше играли. У них везде физурон и макурон, запомните это. В общем, в синем следе, не хочу вам врать, но где-то 70 бронебоя точится, а в оранжевом следе 130, и вместе вам это даст 200 бронебоя. Предположим, с точки зрения вара, у любого вара, в принципе, бронебоя 0. У него есть бронебой там в одном скилле, но это надо с руки бить, никто у нас это не качает. Предположим, я качнул бронебойность в 2 следах, синим и оранжевым, и у меня вышло бронебойности 200. Теперь считаю, шанс блока, ну как у меня, как у большинства, вот у меня сейчас 995. Ну, шанс сейчас 390, я убрал шмот. Вообще 995. Давайте даже 1000, округлим 1000, хуй с ним, 1000. А бронебойность 200. Теперь читаем. Бронебойность снижает шанс блокировки противника. Настоящая вероятность блока, ну, которая после вот этих всех манипуляций, равна. Блок атакованного, то бишь меня, деленное на бронебойность атакующего, плюс блок атакованного. И все это дело умножаем на абсолютный блок атакованного. Где абсолютный блок атакованного равен блоку атакованного. Но максимум 1000, короче. А, то есть больше, если я вкачаю блок 1300, мне это нихуя не даст. Ладно, теперь давайте, исходя из этой формулы. Так, мы делаем... Так, заходим в калькулятор. Предположим, у меня 200 бронебойности плюс блок
меня атакованного, хуй с ним, тысяча, тысяча, равно 1200. Теперь блок атакованного делим на все это дело. 1000 делим на 1200. Я думаю, я правильно экстрактовал эту суперформулу. Получаем 0,83333333 дырка. И умножаем все это дело на абсолютный блок, который равен блоку. 1000. Блядь, 10 тысяч нахуй. Получается 833. То есть вы, втачивая два следа на бронебойность и пренебрегая 9,5 кусками магурона или физурона, бьете по мне, короче, 833 шанса пробития, ну, точнее, 833 шанса блокировки у меня стало вместо 1000. То бишь, это такой кропаль, который пиздец. Это даже вот вы вточили два следа, и вы все равно, ну, вы пробиваете меня, но очень-очень-очень редко вообще, очень реденько так. Ладно, хрен с ним. Это исходя из вара. Но дело в том, что у некроманта, он там все пассивки сделал, короче, и он мне говорит, у меня с пассивками, корскиллом и вот этим оранжевым следом 330 бронебоя. Ну, я взял эти 330, прибавил туда синий след мысленно, стало 400. Предположим, что у него 400. Значит, мы 400 прибавляем 1000, это мой блок, получаем 1400. Теперь 1000 делим на 1400, равно 0,714, и умножаем на 1000, это мой блок, получаем 714 шанс. Ну, это уже в 30% случаев, даже меньше, да, 28,6% случаев, он будет по мне бить, пробивая блок. Он со всеми пассивками, корскиллом, двумя следами, представляете? То есть, если бы он это все вточил и бил бы по мне хотя бы 50-50, да, 50% случаев, а то и 60%, это имело место быть. А так он будет пробивать меня в 30% случаев, и то сама сила блока, она, вот, например, сила блока 400, там, что-то, сколько, 428, да, она не снижает удар по мне на 42% примерно, она снижает гораздо меньше. То есть сила блока 428, а, ну, что написано сила блока? Сила блока показывает, насколько снизится урон во время блокировки атак противника. 500 единиц силы блокирования снижает 50% урона. То есть он должен снизить у меня 42,6% урона. А он снижает какой-то крапалечек прям. Например, если по мне Мираж бил 700, стал бить 500. Что это, 40% хотите сказать? Он отнял, ну, меньше стал отнимать. Нихуя. То бишь вы втачиваете два следа, пренебрегая физмагуроном. И вы попадаете в 30% случаев и отнимаете больше, да, но не особо. И причем это, ну, короче, это фигня. А поэтому все за стабильность. А если вы вкачаете синий и оранжевый след чисто физ и маг урон, то вы стабильно, 100%, блядь, будете дамажить именно... То есть вот это, эти следы, они будут у вас работать в 100% из 100. То есть КПД 100%. А тут КПД 30%. Это... Увы и ах. И смотрите, вот вы взяли, например, ну, пушку, да, в ней след синий и оранжевый убрали, это 9500 кусков. Если бы у вас там был огненный урон, льда, яда, там, огня, хрен с ним, он один к одному прибавляет. То есть 9500 кусков огня будет и прибавит к вашему ДПХ общему 9500 кусков. Но если вы убираете физу или маг урон, у вас ДПХ снизится гораздо больше, чем на 9,5 кусков. Вот у меня есть в деталях, ой, пизжу, у меня есть в улучшениях 5176 НЛО. Любви. Любви. Без обязательств. А теперь посмотрим. Вот давайте, вот смотрите, у меня есть, грубо говоря, вот давайте я вот во все оружие, да, мы всегда будем ориентироваться на топов, не на промежуточную хуйню, потому что все в конце когда-то станут крутыми-прикрутыми. Будем сразу смотреть в далекие дали. Предположим, у меня 373 017 урона в данном случае. Из них сколько-то там физы, сколько-то там маг урона и всего прочего. Теперь мы лезем с улучшить. Давайте запомним, блять, я забыл уже. 373 017. Теперь мы
возьмем вкладку общую и вложим очко физурон, который нам прибавит 10 единиц физурона. Блять, забыл нахуй, сколько там? 373 373 017. Прибавляем 10 единичек. По идее должно быть 373 027, да? Теперь смотрите. Хуяк. Вот, 373 027. Смотрим. 373 058. То бишь не один к одному прибавило. А сколько? Если было 17, да? Подождите, 17 в 2 раза, это 3, 1 к 2, это уже 34, да? Ебать, 44, 51, это 1 к 3. Ебать, короче, там где-то раз 1 к 4, ну примерно, грубо говоря. Потому что когда я по-другому высчитывал, я взял всю физу, сложил в топоре своем. Все сложил, посмотрел, сколько у меня ДПХ, топор убрал, и получилось, что у меня физа прибавляет 1 к 4,8, почти примерно 1 к 5. Ну, тут почему-то вышло 1, чуть меньше, короче. Вот, и прикиньте, вы убираете 9,5 кусков физы или маг урона из своей пухи в синем и рыжем следе. Ваш ДПХ падает примерно на 40 кусков сразу. И все это ради того, чтобы вы в идеальном там крутом случае, играя некром, применяя все курскиллы, все правильно, там вточена пассивка, 400 бронебойности шанс, и отнимали, блять, ну и били по мне без блоков в 30% случаев, а у других персов и того меньше, там в 20% случаев, терять при этом 40 кусков ДПХ стабильного причем. В общем, некор ни кружечка не кроет. Сейчас подожди, хлебну еще чуть-чуть. Точи ты эту физу, короче. Ой, физу не точи. Точи маг урон. И не заморачивайся. Потому что китайцы уже все давно за нас перепробовали. Я это уже до тебя перепробовал. И многие топы это перепробовали. И изобретать велосипед не имеет смысла. А, и это. Один парень просил по это... сними видео о том, как правильно дрочить. Дело в том, что до тебя, это я обращаюсь к тому парню, некий какой-то там, кто-то там по имени и фамилии Косяк, ты совершил косяк, потому что меня один парень, другой просил снять про Blue Stacks, который с компа, чтобы играть в игре. Но так как я в этом, по сути, я помню, я что-то там запускал ее когда-то, но теперь я ничего не помню, не знаю, как это делать, а то, о чем я ничего я не знаю, я об этом видео не пишу, а о том, как правильно дрочить, я тоже не знаю, поэтому, естественно, видео ты не увидишь. А на другую тему, куда правильно НЛО распределять, меня тут задали вопрос, один мне написал, одна. Я вот, блядь, в башне играть не могу. Вот не могу, и все нахуй. Оказывается, такие люди есть, понимаете? И я напишу цикл видео о том, какая где башня, как ее лучше получше поставить, как она бьет, что она делает. И все. И что-то еще, короче, какой-то вопрос был. Но я сейчас не могу вспомнить. Я потом вспомню, запишу. А вы тоже там пишите мне, что я могу, можно снять вообще. Потому что я тупой, нихуя не понимаю. Что тут вообще можно поснимать? Ладно. Всем пока.